Ребята, всем привет! Меня зовут Маруся, и вы попали на мой канал Мэрис Блог. Как вы уже поняли по названию этого видео, а также по вот такому вот очень классному приветствию, сегодня мы с вами будем убираться в моей комнате. Подобное видео уже выходило на моем канале, и ссылочку на него я оставлю в описании. Ну а сегодня мы будем с вами убираться не только на столе, но и в принципе во всей комнате. Сегодня я хочу протереть наше прекрасное зеркало. Оно уже очень заляпанное, я его, наверное, не протирала ни разу с того момента, как оно у меня появилось. А также я сегодня хочу протереть прям вот весь стол, прям его помыть. Поэтому я думаю, это видео будет очень интересным и продуктивным, и оно должно замотивировать вас на уборку. Перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить, что всего лишь 10% людей подписаны на мой канал и смотрят меня с подписочкой. Ну а если именно ты не подписан, то, пожалуйста, нажми же на эту кнопочку. Не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии. Погнали! Ну и вот так вот выглядит примерно моя комната сейчас. Тут, в принципе, все это убрано, но больше всего пострадал стол, как вы видите. Тут все не очень классно. А также зеркало, оно тоже немного уже заляпано. Я не знаю, видно ли это на камере, но, в принципе, оно тоже на самом деле очень грязное, и поэтому мы с вами сегодня должны его помыть. Нужно начать со стола, потому что я сегодня хочу помыть вот эти вот прекрасные штучки. Они уже очень грязные, я их давно не мыла, поэтому сейчас мы все здесь уберем и пойдем мыть вот эти вот подложки. Итак, я тут все убрала, ну практически, и сейчас мне надо будет убрать вот это все, потому что мы будем с вами мыть весь стол. Кстати, вот эта свечка уже почти закончилась, я думаю, ее надо выбросить, а также у меня есть новая, и вот эту вот подставочку я хочу заменить на голубую. Боже, давненько я, наверное, не видела свой стол именно вот таким вот. И сейчас мы снимем с вами вот эти вот подложки, и я пойду их помою под душем. Вот так вот у меня получилось, и сейчас они будут сохнуть, а я продолжу убираться. И, кстати, примерно вот так вот выглядит моя кровать сейчас, и я предлагаю нам сейчас протереть стол. Я взяла какую-то вот такую вот штуку для чистки кухонных поверхностей. Я думаю, она мне поможет. А также вот такая вот тряпочка. И сейчас мы все будем протирать. В общем, я протерла стол, и вот тут прям реально видно, что он был грязным. И, кстати, поздравьте меня, я смогла оттереть ту штуку кругленькую. Я этому очень рада, поэтому вот так вот сейчас все выглядит. И больше всего меня не радует вот эта вот штучка, потому что это просто Маша, походу, очень громко треснула чем-то, и стол прокололся внутрь. Ну и вот так вот все это выглядит, и я пока что подожду, чтобы это все подсохло, и мы с вами будем разбираться с этим зеркалом. У нас какое-то вот такое вот средство для мытья стекол, поэтому мы будем использовать его. Вот так вот это все выглядит. Все уже стекает вниз. И просто посмотрите, как здесь пыльно. Мы это сейчас все тоже протрем. Главное не уронить зеркало. Thank you.
Ну что, я протерла зеркало, и оно и выглядит намного лучше, потому что здесь уже нету того скопления пыли, и, в принципе, оно такое чистенькое, боже, мне оно очень нравится. Ну что, ребят, вот эти вот штуки уже подсохли, я их немного протерла, и сейчас давайте положим их как раз-таки на стол. Вот так вот получилось, и сейчас я выставлю все вот эти вот органайзеры сюда. Ребятки, у меня есть вот такая вот подставочка и вот такая вот прекрасненькая свечка из Икеи с запахом ванили. Она очень классно пахнет, и мне кажется, вот такое вот сочетание очень красивое. А на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, я замотивировала вас на уборку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пишите комментарии. Но я вас всех очень-очень сильно люблю. Хочу уже поскорее 400 подписчиков. И всем удачи, всем пока-пока!